Окей, с вынешим Кири мы продолжаем проходить игру под названием Омега. Я не хочу называть второе название, просто будет Омега. Ладно, у нас. Побежали, у нас. Мы получили перекат последнего босса. Интересно, перекат лучше? Пуля. Еще голды, ништяк. Итого им лежит туда-сюда, и я могу себе этот прокачать пушку. Дальность. В принципе, я не знаю, что лучше, дальность либо урон. Я считаю, что урон с одной стороны. Но дальность это тоже неплохо. Дальность тоже. Опять именно на ту же ловушку. Хотя подхилился. Ладно, побежали. И нужно тогда телепорты будет купить у этого. У мужичка нужно будет телепорты купить. Это сколько жизни. Бля, я куснулся просто из-за своей ошибки. Блин, нужно будет все-таки купить хотя бы штучек 5. Это у нас... Ага, я вернулся. Монадис. Это что, я круг сделал? Погнали тогда за сколком жизни. Только не знаю, с какой стороны он, ну ладно. Походу там где-то снизу. Невидимая стенка, как обычно. Да. Так, кубик получен. И сверху там где-то тоже есть проход. Скрытый. Который я сейчас найду. Или нет. Перекатов, в принципе, там у нас не было или были? Ладно, не суть. Я помню, там точно было у нас место, где нужен перекат. Где нужен точно был перекат? Окей. А, да. Так, внизу у нас там босс, да, был? А тут у нас сундук, если не ошибаюсь. Так, сундук. Блин, ладно, ну я просто присвоюсь, в конце концов, к карте. Нужно запоминать было, где мы были, где мы не были. Где мы были, где мы не были. Монетки. Как я быстрее перекатываюсь? Мне кажется, в подкате, да? Нет. Ой.
Можно, знаете, вот так делать. Ходишь, стреляешь, забираешь, уходишь. Ходишь, стреляешь, забираешь, уходишь. Ходишь, стреляешь, забираешь, уходишь. И так это пустить. Даже так можно. Так, а вот куда вот меня этот путь тогда приходит? Так, ну мне вниз тогда нужно. Ну эти хотя бы летучие мыши через стены не проходят. Это радует. Да? Ты ж не проходишь сквозь стены, я надеюсь. Походу проходит. Пожалуйста, дай мне дробовичком. Сейчас дробовиком ходить. Так, здесь у нас проход, и снизу там где-то проход. А, сундук. Плюс еще 3 с голды. Но здесь в основном деньги, да, будут у нас? Я правильно иду? Да, я правильно иду. Можно, в принципе, хотя бы урон увеличить, я думаю, к этому оружию. Чтобы не так впитывать немного. Мне опять нужен тут медведь. Сюда обратно возвращаться, сюда бегать. Так, чисто направо. Хрум. Ну хотя бы жизнь падает. Ой, вопрос теперь такой, могу я? Сюда еще, да, не ходил. Ай-яй-яй. Готово. Монетки, мне нужен корабль. Самолет, самолет. Так, как ты его бесишь? 3 с голды. Изи 30 голд. Изи 30 голды. Изи прибежал, чтобы получить урон.
здесь есть проход. И он правильный. Ты зараза. Ладно, хотя бы отхилился. Давай, еще курочка. Изи отхил. О! Запчасти получены. Все. Можно сваливать. Ками? С одного упало две монеты. О, что-то новенькое. Перекаты, перекаты! Не, ну перекаты, ладно, хорошо. Этот перс уже мне тоже нравится с перекатом. То есть от некоторых. Это не кабел тут. А с той стороны на что-то было. Блин, мне медведь только нужен. Только медведь и все. А, то есть... А, я голову взорвал, головы падают на метки. Я типа как второе убийство врага. Ну, не знаю. Насрать. У меня жизнь ненормальная. Сейчас вернемся в город. Да. Так, у меня до хера денег. Купить. Нужен только он мне. Ладно, судьба. На, челик. Ты нашел запчасти, круто. Ну и сейчас я быстренько подниму эту птичку. Готово. Спасибо, что отыскал запчасти. Возвращайся, когда будешь готов к вылету. Смотри, я все равно... А что мне делать? Смотри, заходим сюда. Допустим. А тех я все равно убить не могу. Непонятного этого жука. Он не убивается. На сверху на него прыгает, тоже не убивается. Да, из них. Блин! Я не знал, что из головы тоже падают денежки. Буду знать. Поехали. Куда-то подбросить, да. Изумрудный лес. Базальтовская. Базальтовая шахта. Изумрудный лес. Давай в лес. А ну-ка стоять. А если я хочу в шахты? А, у нас две неизвестных. Всего у нас выходит 4 локации. Давайте... В лес пойдем. Изумрудный. Ту-ту-ту-ту.
Так, там пещера, там больше непонятно что. Ладно, пойдем сюда. Так, а что насчет улучшения? Всего можно до 3 уровня прокачать способности. Держу в курсе. А мне еще потом возвращаться все равно обратно из-за того, что есть места, где ему нужен медведь. Вот, допустим, тут я ничего не могу сделать, потому что у меня нет двойного прыжка, я не перепрыгиваю. Да и все. Пойдемте сюда. Это я тоже сломать не могу. Так, вниз давайте спустимся. Нас, конечно, предупреждает, что вниз опасно, но... Ага. Непонятные объекты, как их ломать, тоже непонятно. Блин, я по бошкам забываю стрелять. Военная база. Побежали. Сохранимся. Что, босс? Вилка такая. Ну раз вилка есть. Так, фундук. 30 голды. Хорошо, что я не поспешил. Сейчас бы остался без голды. Ай-яй, это тоже может. Воу! Мне кажется, это зажжёг сейчас. Немножко жестковато, не думаете? Так, тут колючки у нас. Сраные турели. Я все дамажу. Чисто все дамажу. Опять я не могу это сломать. Что это? И как мне понять, куда мне нужно идти, а куда нет? Еще такой вот вопрос. Куда вот нужно, а куда нет? Так, ну где лошадь теперь?
Пипец, вот как мне открыть? Что же по карте? А куда-то идем уже. Эта хрень взрывается! Ее можно убить! Она меня задамажила. Да, нет. Легче. Ехай. Отхилиться может. О, а там кубик. Так, думаю, время. Эй, прикидываю, сейчас иду в следующую комнату и там сохранял метку, бля. А нет, здесь у нас вооруженные силы. Довольно сложные вооруженные силы. Мне кажется, мне сюда еще рано идти, почему? Потому что меня танки эти напрягают. Ладно, перекат у меня есть. А другого у меня нету. Уже время скоро будет. Две монетки это хорошо. Так, куда-то я иду, просто продвигаюсь. Сейчас, знаете, я открою сокращение пути, хотя нам, да? Так, аптечку нашел, да? А враги могут сами друг друга еще попадать. Вот этот момент их тоже прикольный. Кажется, я вообще к финалу, да, подошел уже? Так, батарея получена. Блин, что-то у меня такое предчувствие. Это херово прочувствие. Я тут бухну. Потому что здесь есть места, где мне нужен взрывник. Из-за танков, я думаю. У меня взрывника нет. Попробую как-нибудь. Ага, они еще не взрываются сразу, отлично. Мины. Вот сколько я уже прошел, а потом мне это возвращаться нужно. Потому что я, видите ли... Оказалось. Вау, тихо. Еще кубик жизни.
ладно. Зачистка, я не вижу ничего плохого. Плюс у меня урон позволяет, ХП позволяют. Так, у меня развилка, да, идет? Нет, ни хера мне не идет. Нифига мне не идет. У меня путь до хера идет. Сейчас еще на боссе буду вздыхать хер, кучу херов раз. О, хилка. Как раз надо хилиться. Пойти. Давай сюда. Хорошо, здесь у нас сундук. Сундук плюс 30 золотых. Оп. Убиваем зомби. Не вижу сложности. Просто все это дело пропрыгать. Ай. Ой-ой-ой. Вот это я зря так сделал, ладно. Подался под пули. Я тоже сколько контроля точек прошел. Давай, давай, побежали. О, босс, неужели? По времени есть, все нормально. А, командир Армстронг. Командир Армстронг. Так, это ты тут самый вредитель, который громит мою базу? Приготовься ко встрече с безграничной мощью моего дредноута. Йо-йо-йо. А можно полегче? Воу-воу-воу-воу. А у меня больше вариантов нету, как его атаковать. Пожалуйста, можно вариант еще? Неужели все новая атака пошла? Блять. Да ямба. Инвентарь. Да я понял, что ты. Я
чай. Я его убил обычным солдатом. О! Игра сохранена. Ё-моё! Медвежатник. Герой спасен медведь. Пользуется символом медведя, чтобы сдвинуть тяжелые предметы. Ништяк, мы спасли медведя. Медведя мы спасли. А я думал, я не туда иду. Медведя спасли. Наш друг спасен. Наш друг спасен. Так, а я куда иду? Мне вниз нужно. Так, я правильно иду? Ой, ладно, давайте я лучше вернусь обратно, ну нафиг вот это все делать. Нам еще нужно одного друга спасти нашего. Вот теперь будет, знаете, спорный двойной прыжок, либо дал на них махинация. Так, а сколько? Что у меня чего? У меня 4 кубика, я могу еще сделать себе носить. ХП, плюс я прокачаю себе, куплю еще хпшек по 10 и ой, то есть по 5 много куплю, дальше придумаем. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.